Это Алис. Алис, ку-ку. Всем привет. Вы на канале? Планета Алис. Куда едет Алис ночью вот так вот поздно? Куда ты едешь, Зайка? Во Францию. Во Францию. Во Францию куда? На море? Да. А чего у тебя такой носик красненький? Наверное, холодно на улице? Да. Холодно на улице. Мы поехали ночью. И уже вот сейчас очень поздно. У нас уже, наверное, час ночи. А мы остановились вот здесь вот во Франции. Но здесь все закрыто ночью, оказывается. Вон только байкеры. Только байкеры гуляют. И магазинчик тоже закрыт. Есть только один вон человек, который продает нам что-то там немножко. Вот он нам продал конфетки, кофе. Покажи-ка свои конфетки, что ты там лопаешь, сидишь. Конфетки такие вкусненькие. А чипсы-то будешь свои или нет? Чипсы кушать. И чипсы. Алис проспала половину дороги, нам уже осталось ехать только час. Поэтому мы уже скоро приедем и покажем, куда мы приедем, да, Алис? Ну ладно, давай, дай-дай, поехали дальше. Мы приехали, но Зайка заснула по дороге. Мы приехали, моя хорошая. Давай, здесь темно. Заходим. Заходим в дом. Ну вот. Приехали, моя хорошая. Давайте свет включайте. Ты проснулась, моя хорошая. Уже ночь глубокая. Алис спала всю дорогу, только что проснулась. И говорит, это что за домик? Вот такой домик. Хочешь посмотреть, походить, что за домик? Посмотрим давай, где мы будем жить. На улице очень холодно, и мы замерзли. Поэтому мы пойдем. Ты на кухню нас повела, моя хорошая. Хочешь кухню посмотреть? Пошли посмотрим кухню. Алис, иди сюда, смотри, что на кухне есть. Посмотрим. На кухне есть все, что нам нужно. Да, печка. Холодильник, духовка. Ну что, вот мы приехали во Францию на море. Мы сюда уже ездим, Алис. 15 лет почти мы сюда ездим, но Алис тут была 2 раза только и уже не помнит с прошлого года. Пойдем смотреть дальше домик. Давай, ну вот это вот здесь гостиная. А я была много раз. Ты была много раз, да, уже. Давай смотреть комнаты, пошли смотреть. Давай посмотрим комнаты. Пойдем, это здесь один туалет, здесь комната. Давай заглянем. Так, вот одна спальня, смотри-ка. А тут душ и ванная. Душ и ванная. На этом этаже. Давай посмотрим, что тут. Там душ, кровать, умывальники. Пошли дальше смотреть. Давай. Ну, куда завалилась? Вставай, пошли. Мы смотрим. Давай посмотрим. Пошли дальше, пойдем посмотрим. Что еще? Что, давай? Давай. Вон туда пойдем, по лестнице. Давай, а как большой свет включить, папа? Люстру можно включить? Тут такая люстра есть большая, она будет светлее. Подожди, Алис, сейчас мы включим свет. Сейчас большой. Вот, так вот лучше. Пойдем по лестнице смотреть, что там, наверху. Да. Давай, пойдем смотреть. Так, что у нас тут? Пошли, Алис, веди, куда ты нас ведешь? Тут у нас детская комната. Где свет? Вот он свет, смотри, сколько кроваток тут. Тут много кроваток, но нам всем не нужны, нам нужны только 2. Темновато, мы еще днем здесь снимем. Вот здесь такие кроватки, можно много детей положить спать. Пошли дальше смотреть. Что здесь? Еще одна комната, это спальня, да? Да. Пойдем дальше смотреть. Так, здесь еще, ну это просто... Вот такая лестничная площадка. Пошли смотреть туда. Тут еще комнаты. Так, это спальня, наверное, будет наша, да. Здесь мы будем спать. Это наша с папой. Нравится тебе тут? Пошли посмотрим еще комнату. Ты выберешь, какой ты будешь спать, да? Может быть, вот в этом месте, Жюстин, вы там будете спать? Да, вы будете в этом, наверное. Вот в этой, что мы еще не видели? Пошли посмотрим вот сюда, Алис. Здесь что? Так, здесь у нас, подожди-ка. А здесь у нас ванна такая, да? Вот джакузи.
ванна, джакузи и туалет, то, что тут есть. Пойдем? Пойдем посмотрим еще веранду. Пойдешь? Пойдем. Веранда там. Здесь гараж налево. Спускайся потихоньку. Держись за перила. Хочешь? Сама будешь спускаться? Давай. Мы обследовали дом, папа. Ну, нормально. А? Все на месте. Все на месте. Все хорошо. Так, а здесь что? Хочешь посмотреть, что здесь, Алис? Да. Здесь гараж. Машину мы на улице оставили. Смотри, это гараж. Здесь велосипеды. Лодка. Игрушки твои какие-то, мячики, пистолеты и всякие разные штуки. Лопата вон большая. Смотри, помнишь лопату? Лопату хоть помнишь большую? Да. Да, моя хорошая. Это игрушки. Да, там вон конструктор. Это мячики, смотри, мелки надувные. О, давай мячик с собой. Пойдем, мячик возьмем с собой. Пошли. Подожди, пойдем веранду посмотрим, Алис. Пойдем. Давай. Выходи. Здесь веранда. Вот такая вот веранда. И лампочка с вентилятором. А хочешь выйти на улицу? Там темно, ну посмотреть немножко. Там зайцы живут. Сейчас. Опа. И вот здесь такой дворик, который совсем сейчас не видно в темноте. Ну ладно, дворик мы завтра будем снимать. Пока снимаем. А где зайчики? Зайчики живут в кустиках, они попрятались пока. Ой, вот он еще зайчик. Увидела зайчика, но нам не видно ночью. Мы завтра зайчиков снимем, пойдем. Посмотри, какие красивые ракушки. О, какие, а он тоже картинки красивые. Я еще хочу взять лопатку. Лопатку нам сейчас не надо, мы лопатку завтра возьмем, когда на море пойдем. Хорошо, сейчас лопатку зачем? Сейчас ночь, мы будем спать, ложиться. Нравится тебе во Франции? Да. Ну что, пойдем сейчас спать, а завтра утром уже будем все обследовать. Ой, устала девочка, ну хорошо. Ну ладно, скажи всем пока. Ой, спит моя хорошая. Алис, скажи пока. Смешнулька ты моя. Кто такая смешная? Папа нам музыку включил. Пока-пока, зай. Ну что за танцы посреди ночи? Папа танцует. Ну, все нормально, ладно. Пока-пока. Пока-пока. Сонькин за Сонькин. Давай просыпаться. Давай просыпаться, Лопатусь. Ой, ой, где это мы? Где это мы очутились? Скорее просыпаемся, да, скорее просыпаемся, моя хорошая. Пойдем исследовать, куда это мы приехали. Где это ты проснулась? Где проснулась? Пошли скорее умоемся и пойдем исследовать, куда мы попали-то. Давай посмотрим. Смотри, уже солнышко. Совсем светло. Уже внизу.
Пошли. Посмотрим, где же жить.